Всем здравствуйте! Подготовил гипсовое основание под новую диораму. Будет у нас здесь каменный мост, вода. Присмотрел набор от Миниарт, где-то в Европе, 44 или 45 год, не помню точно. С повозкой, с гражданскими. Должно получиться неплохо. И закончил Volkssturm. Видео по созданию брусчатки, луж, первого слоя травы есть. Надо монтировать, обязательно выложу. Единственное, там нет создания травы из сантехнического льна. Но по поводу создания травы из сантехнического льна я буду делать, скорее всего, отдельное видео именно на образцах, потому что многие спрашивают, многие интересуются. Именно на образцах буду высаживать там, ну, может быть, рядок. Скоро дойду до деревьев, делал тут заготовок, нарвал. Вот они. Может быть, что-то из них получится. Хотя я не уверен, конечно. Но попробовать хочется, потому что из проволоки, ну, нет желания крутить. Проволока есть, но крутить желания нет. Плакаты по совету печатал на обувной бумаге. Забор. Вот видео по забору нет. Но забор делается из проволоки. Сверху приклеивается кончик зубочистки обрезанный. Сверху лужи покрывал вот таким вот лаком. Он не особо глянцевый, он дает такую сатиновую поверхность. И все лужи сделаны с помощью герметика. Я пробовал работать с эпоксидной смолой, ну, не дается она мне в должной степени так, как должна, то ли у меня руки не с того места растут, не знаю, не получается мне работать. Дает пузыри, вроде делаешь все правильно, но не получается. Вот сейчас я поближе покажу подставочку. Вот такая вот подставочка. Изначально хотел сделать здесь вот линию деревьев. Вот здесь. Но опять же по совету убрал. Переделал на забор, и все как бы стало выглядеть более достойно. Листва из березовых. Бруник. В прошлом году набрал, вот год лежали, дождались. Это все пеноплекс. Очень легко вырезается, легко обрабатывается. Это отставим. Само изготовление моста я, наверное, показывать не буду, потому что лист пеноплекса он большой. Я сейчас вырежу заготовки. Наверное, ширина будет у него, ну, 10-15 сантиметров, пока не определился, 10 или 15. А вот уже процесс шпаклевания, фактуры камня, когда буду делать, наверное, это буду уже все снимать. Это у меня, в принципе, первый раз. Я мосты раньше не делал никогда. Будем пробовать, будем экспериментировать. Может быть, что-нибудь получится. Купил клея, сходил, так как этот поистрепался за месяц.
Буду вырезать сейчас заготовки.